новости продолжают эфир канала 24KZ. В студии работают Хасан Исраилов и Вера Захарчук. Здравствуйте. В казахстанские госорганы будут привлекать предпринимателей, а выпускников вузов планируют трудоустраивать вне конкурса, но пока только на низовые должности. Об этом Касым-Жомарту Токаеву доложил председатель агентства по делам госслужбы Дархан Жазыкбай. Задача ведомства – сформировать открытый госаппарат. Президента ознакомили с результатами пилотного проекта по отбору сотрудников через ЕКЗМЕД. Цифровая система позволяет в 2,5 раза увеличить количество участников конкурса на занятия вакантных должностей. В этом году ее поэтапно начали внедрять во всех государственных органах. Глава государства поручил продолжить работу по формированию сервисного госаппарата и дальше внедрять современные технологии. Во исполнение поручения президента в прошлом году при Академии государственного управления был создан HR-институт по управлению человеческими ресурсами. Также доложился о деятельности агентства по дебюрократизации госаппарата и результатах работы по контролю качества государственных услуг. Глава государства дал конкретные поручения по комплексной реализации задач, озвученных на форуме президентского молодежного кадрового резерва. Глава государства принял и председателя агентства по финмониторингу Дмитрия Малахова. Он доложил президенту о том, что в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения почти с 6000 клиентов. Установлено и заблокировано больше 1500 незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты. Выявлено 49 нелегальных майнеров. Кроме того, специалисты агентства ликвидировали 41 финансовую пирамиду. Пострадавшим возместили больше 4,5 миллиардов тенге. Сейчас агентство сосредоточено на возврате незаконно выведенных активов и пресечении преступлений в сфере теневой экономики. Президент поручил усилить меры по защите добросовестного бизнеса. Глава государства дал старт работе транспортно-логистического терминала в Сиане. Он соединит китайский город Шэньси с Казахстаном, Центральной Азией и далее с Европой. Первый поезд с товаром уже отправился в путь. Глава государства ознакомился и с возможностями инновационного центра КТЖ, побеседовал со старожилами отрасли. О том, что подарили ветераны-железнодорожники президенту, расскажет Динара Жанбатырова. Первый контейнерный поезд отправился из города Сиань, проследуя через станцию Алтынкөль в терминал Апшерон в Азербайджан. Еще один шаг к созданию транспортного моста между Китаем, Центральной Азией и Европой. Кстати, капсулу строительства сухого порта заложили в мае во время госвизита президента в Китай. Тогда лидеры двух стран поставили в приоритет расширение транспортно-логистических маршрутов. Сегодня подписанные документы дают реальный результат. Это проект, запущенный в рамках глобальной инициативы «Один пояс, один путь». Казахстан полностью поддерживает инициативу, о которой председатель Си Цзиньпинь объявил в 2013 году в нашей стране. Благодаря этой инициативе строительство центра было завершено в кратчайшие сроки. Все это результат успешного партнерства между двумя странами. Данный проект придаст новый импульс развитию Транскаспийского международного транспортного коридора, а также укрепит торгово-экономическое сотрудничество в Евразии. Терминал открывает доступ бизнесу к 59 дорожным развязкам по всем направлениям Китая. Только представьте, товары напрямую будут распределяться с самого крупного в КНР сухого порта до Европейского Союза. Почти половина от общего объема контейнерных поездов формируются именно здесь. 5, 4, 3, 2, 1. Модель искусственного интеллекта «Пангу» торжественно передана в Казахстан теміржолы. За контролем грузов, которые находятся в пути, будет следить новый штатный сотрудник. Искусственный интеллект «Пангу» — своего рода мозг проекта «Умная железная дорога». Благодаря искусственному интеллекту вся информация стекается в инновационный центр КТЖ, где идет управление пропускной способностью железной дороги, расходом топлива, безопасностью движения поездов. Для меня большая честь сообщить, что модели Huawei Cloud Пангу будут представлены здесь, в Казахстане, впервые. КТЖ станет первым партнером железнодорожной отрасли за рубежом, который будет использовать эти модели.
Наша система – это программно-аппаратный комплекс, состоящий из камер видеонаблюдения, лазеров, IoT-датчиков, программного обеспечения, которые на базе искусственного интеллекта автоматизируют процессы технического и коммерческого осмотра. Данные с датчиков и камер поступают на наш аналитический сервер, обрабатывается и критичная информация передается на экраны операторов. Сейчас подобные цифровые и облачные решения во всех отраслях внедряются повсеместно. Важно, чтобы все они были взаимосвязаны, создавая единую цифровую экосистему, напомнил президент во время своего выступления. Отечественная железнодорожная отрасль должна безотлагательно включиться в цифровую гонку. Определенный задел, как мы сегодня увидели, уже имеется. За счет ускоренной цифровизации нам предстоит в самом ближайшем будущем значительно повысить эффективность перевозок и оптимизировать расходы. Это придаст мощный импульс развитию не только транспортно-логистической сферы, но и всей экономики. Важно, чтобы IT-решения не внедрялись разрозненно, а комплексно дополняли друг друга, создавая единую цифровую экосистему. О том, что транспорт и логистика – основа экономического успеха, на своем опыте знают и ветераны железнодорожной сферы. Они поделились своими идеями развития отрасли с президентом и подарили главный символ железнодорожника – фонарь. Самый надежный – это транспорт железнодорожный. В любое время года, невзирая на погоду, практически всегда по рельсам мчатся поезда. И в этих нитях магистралей и ваша вложена душа. Встреча с ветеранами напомнила президенту об одной из первых командировок на поезде. Касым-Жомарт Токаев поделился воспоминаниями и заверил, что труд железнодорожника будет всегда в почете. В 1992 году мы с делегацией во главе с премьер-министром тогдашним поехали по железной дороге Алматы-Урумчи, открывали Аксенков. Именно в коллективе железнодорожников я впервые побывал и понял, что это какой-то особый дух такой, который сплочены общей идеей и общей любовью к железной дороге. Ценю ваш труд. Самое главное, общество ценит ваш труд. Надеюсь, что с высоты опыта вы будете давать рекомендации, ценные советы руководителям железнодорожной отрасли, соответствующему профильному министерству. Поэтому вместе надо работать. В беседе со старожилами президент признал, перевозка товаров и грузов стала чуть ли не важнее природных ресурсов. Став транспортным хабом, Казахстан не только получит доход от использования дорожных коридоров, но и в первую очередь возможность продвигать свою продукцию. Динара Жамбатырова, Ислам Махамбет, при поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана 24KZ. Газораспределительную станцию мощностью в 350 тысяч кубометров в час построят в Астане. Заработает она уже в следующем году. Такая необходимость возникла из-за появления в столице новых энергоисточников. Об этом премьер-министру Казахстана сообщили во время объезда по инфраструктурным объектам города. Рассказали Олжасу Бектенову и о развитии других систем жизнеобеспечения. Например, благодаря запуску 4-го котла ТЭЦ-3 и 2 газовых станций, тепловую мощность Астаны удалось увеличить на 30%. А еще в планах построить водовод протяженностью 200 километров и насосно-фильтровальную станцию. Это покроет потребность столицы в воде на ближайшие 10 лет. В прошлом году были, конечно, проблемы серьезные с водой. Но вот благодаря этим мерам принятым есть определенный запас прочности. Всегда инженерная инфраструктура должна с опережением развиваться. Иначе вот такие случаи будут повторяться. В столице, конечно, это нельзя допускать. Мажилис узаконил использование интернета Starlink от компании Илона Маска. В стране намерены внедрить пилот, с помощью которого будут регулировать применение таких технологий связи. Это позволит обеспечить интернетом школы и больницы в отдаленных селах страны. Кроме того, он появится на магистралях республики. Для этого вдоль дорог будут прокладывать волоконно-оптические линии связи. Проект рассчитан на 2 года. Интернет вдоль дорог станет обязательно частью дорожных проектов всех. То есть, если дорога строится, значит, вдоль нее в обязательном порядке должен быть проложен интернет. Что это значит? Это значит, что все поселки возле магистрали, значит, дорожные, они, соответственно, получат вот эту последнюю милю. То есть, к магистрали можно будет чинить там 1, 2, 5 километров провести последний вот этот вот участок. И, в принципе, будет доступ к высокоскоростному интернету. Еще один момент – это то, что мы
на сегодняшний день наделяем акиматы правом строить антенно-мачтовые сооружения, брать их на баланс и, соответственно, предоставлять равный доступ к этой инфраструктуре. 14 сотрудников МЧС и департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы наказали за плохую работу во время землетрясения в городе. По итогам служебной проверки их привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. В списке оказались руководители ведомства и территориального подразделения, а также их заместители. Напомню, ранее в министерстве назвали основные недостатки в работе спасателей при январском землетрясении. Среди них слабая организация работ при ЧС. Североказахстанцы обратились с личными вопросами к Акиму региона. Жалобы и просьбы населения принимали и руководители правоохранительных органов. На встречу с госслужащими пришли более 500 человек. Наталья Волкова расскажет. Просьба от десятков североказахстанцев сегодня выслушал аким региона Гауес Нурмухамбетов. В том числе и предложение о строительстве ледового дворца для конькобежцев. Местные спортсмены становятся призерами мировых чемпионатов, участвуют в Олимпийских играх, но подходящего для тренировок места не имеют. В этом вопросе действующим и будущим чемпионам в руководстве области обещали помочь. В ближайшее время хотя бы решат вопрос, чтобы залить стандартный каток 400 метров на улице. А по строительству уже позже, в ближайшие 2-3 года, возможно, этот вопрос решат. Будет база, будет результат. Тем более, что у нас есть кадры, у нас есть хорошие тренеры, которые действительно могут готовить спортсменов, чтобы передавать их в сборную Республики Казахстан. Обращения жителей наряду вместе с главой региона принимали и представители судебной системы, а также правоохранители области. Встреча показала, что жителям не безразличен внешний облик города и последствия богатой на осадки зимы. Горожан волнует на сегодняшний день это вывоз снега. Каким образом будут вывозить снег и какие меры полиция будет принимать в отношении организации, которая занимается вывозом снега. По 505 статье данные организации привлекаются к административной ответственности. На первый раз мы их предупреждаем. Если они не устраняют, привлекаются к штрафу в размере 5 МРП. Также основные вопросы от горожан касались здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства городских улиц и дворов и паевых земель. Всего во встрече приняли участие больше 550 жителей региона. Единый день приема граждан прошел в рамках концепции слышащего государства, инициированной президентом. Наталья Волкова, Тульгин Иманов, Петропавловск, 24KZ. 35 тысяч километров ирригационных систем страны обеспечат приборами учета до 2026 года. Это позволит сэкономить до 600 миллионов кубометров воды. Об этом сегодня в Кызылорде заявил министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов. Он также сообщил, что вскоре тарифы на воду для крестьянских хозяйств станут дифференцированными. Они будут зависеть от норм, предусмотренных для полива той или иной сельхозкультуры. Кроме того, до 80% затрат на сооружение скважин для орошения посевных площадей будет субсидировать государство. Особенное внимание уделят внедрению инновационных агротехнологий. Для них предусмотрены различные механизмы господдержки. Без водосберегающих технологий решить проблему нехватки воды будет сложно. Поэтому в этом году на субсидирование таких инвестпроектов Минсельхозу выделили 120 миллиардов тенге. Средства есть. Теперь нужно только заключать договоры и работать. Местные исполнительные органы должны содействовать продвижению проектов. Атырауский нефтеперерабатывающий завод обеспечивает светлыми нефтепродуктами 30% потребностей Казахстана. Бензин, дистопливо, авиакеросин и сжиженный газ, произведенный в Атырау, отвечают требованиям современного рынка. Они качественные и экологичные. Предприятие является важным звеном в обеспечении энергобезопасности страны. Сегодня на заводе идет модернизация оборудования. Рекордные 5 500 000 тонн нефти переработали на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе за минувший год. Это историческое достижение позволило выполнить план Министерства энергетики сверхнормы. Проведенные на заводе трехэтапной модернизации ежегодные плановые проверки улучшили производственные показатели. За 2023 год на заводе переработаны рекордные за всю историю предприятия 5 475 000 тонн нефти. План Министерства энергетики по переработке нефти выполнен на 101%. С начала года выработаны рекордные 4 889 тысяч тонн товарной продукции. Средняя глубина переработки составила более 82,1%.
АНПЗ – один из крупнейших налогоплательщиков региона. В прошлом году предприятие уплатило 22 миллиарда тенге налогов в республиканский бюджет и 130 миллиардов в городской. Налоговые платежи ежегодно растут, в том числе благодаря проведенной на заводе модернизации. В рамках проекта обновят оборудование и в старой части предприятия. Изменения коснутся, например, установки замедленного коксования, установки ЛО-АТ-2, ЛО-АВТ-3. Реализация проекта позволит увеличить выход светлых нефтепродуктов, а также снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Модернизация на Атырауском НПЗ – это, по сути, возведение нового предприятия. Здесь постоянно развивают и стремятся улучшить производство. С этой целью на заводе инициирован проект повышения эффективности. Балжан Бесенова, Асланбек Шагарам, Антай Матенов, 24KZ, Атырау. Краеведы области Абай отстаивают архитектурные здания через суд. Общественники региона уже второй год борются с бизнесменами, которые на месте памятников архитектуры хотят построить новые объекты. Об архитектурном конфликте в регионе расскажет Асим Утешева. Член общественного совета, краевед Марат Сасанов, один из тех, кто стеной стоит за сохранность старинных особняков. Он вместе с единомышленниками проводит работу по приданию таким зданиям статуса памятников архитектуры. Однако сберечь их не так просто. Старинные особняки, расположенные преимущественно в центре города, лакомый кусочек для бизнесменов. Зачастую владельцы, они говорят, вы препятствуете ведению бизнеса. Но они не понимают, что бизнес и культурное наследие страны – это разные вещи, они несопоставимы. Не надо лезть в историческую часть города. Это история, это достояние всей нации. И многие просто хотят здание снести, чтобы поставить там высотный дом. Вот, допустим, взять здание Завет института, стена обрушилась, и за это никто не понес ответственность. А три года назад вандалы разрушили часть старинного купеческого особняка. 180-летнее здание, которому придали статус памятника истории и культуры, кто-то решил уничтожить. Тогда под покровом ночи неизвестные лица с помощью тяжелой техники обрушили часть строения и сбежали. Позже владелец земельного участка, на котором и расположен купеческий дом, подал на акимат в суд, требуя снести памятник с участка и отменить якобы незаконное постановление о включении особняка в список памятников местного значения. Но суд бизнесмен проиграл. Таких привлекательных для предпринимателей земельных участков в городе немало. Поэтому краеведы и сами жители предлагают поскорее восстановить заброшенные исторические здания. Этот дом, к примеру, связан с историей партии «Алаш». Здесь располагалась контора и полиграфия, поэтому это здание следует признать памятником архитектуры. Исторические здания, сооружения – это как история семь палат. Надо сохранять, потому что в будущем нам нечего будет показывать молодежи. Ну, я считаю, старинные здания обязательно надо сохранять. Они же говорят об истории города. Это и все равно новые здания, они не строятся вот в таком архитектурном исполнении. Всего в Семее насчитывается 60 исторических архитектурных сооружений. Почти все они находятся в частной собственности. Поэтому их содержание местным властям сложно контролировать. Мы создали специально коммунальное предприятие КГКП по охране историко-культурного наследия. И оно свою деятельность активно начало с прошлого года, с весны. Надо понимать, что это люди бизнеса, с ними вопрос более такой конкретный надо вести. Сегодня в области Абай насчитывается 423 памятника истории и архитектуры, в том числе сакрального и монументального искусства. 13 из них находятся в республиканском реестре. Асим Утешева, Медет Мирханов, 24KZ, область Абай. В столичной школе номер 8 стартовал республиканский литературный челлендж «Менэнсюэктэ ктабам» в рамках проекта «Читающая школа» Министерства просвещения. В нем принимают участие школьники со всех регионов страны. Они выполняют различные литературные задания. Инициатива направлена на привлечение внимания к литературным произведениям различных жанров и развитие интеллектуальных способностей. Челлендж продлится до 1 апреля этого года. Был организован формат RedX, где могли юные читатели рассказать о своих любимых книгах. В второй части мы организовали челлендж, где ребята, каждый регион передали челлендж, то есть о своей любимой книге.
Верховный муфтий Казахстана презентовал положение об этикете и культуре проповеди. В нем говорится о личной ответственности священнослужителей, выражающих одностороннее мнение о национальных ценностях и исторических деятелях, которыми дорожит наш народ. Все это приводит к критике со стороны общественности. Верховный муфтий призвал опираться, когда речь идет о религиозных темах, на достоверные источники. Документ представили на Первом республиканском форуме проповедников, который прошел в Астане. Имам – это учитель, просвещающий общество. Ему принадлежит особая роль в воспитании поколения верующих, патриотичных, верных и нравственных людей. Поэтому очень важно вести проповеди, следуя религиозным канонам. Для этого мы подготовили положение об этикете и культуре проповеди. Во Дворце мира и согласия проходят последние репетиции концерта ко Дню благодарности. В праздничный день здесь состоится премьера ансамбля «Бырлек» – уникального коллектива, артисты которого представляют разные этносы казахстанского народа. Подробности у наших корреспондентов. Для создаваемого в Казахстане ансамбля «Бырлек» был организован специальный кастинг. Пока набрали группу танцоров. Талантливая молодежь приехала из разных городов страны. Особенность в том, что в этом коллективе мы показываем фольклорные особенности, особенности пения, танца, инструментального жанра, именно тех этносов, которые проживают у нас в счастливом таком благополучии в нашей стране. На данный момент создали из 16 человек артистов балета танцевальную группу. В будущем мы хотим набрать профессиональных, достойных вокалистов, инструменталистов и гастролировать, представлять нашу страну. Концерту к 1 марта во Дворце мира и согласия готовят большую программу. Хореографические постановки, хор, оркестр и вокальные номера, причем на языках разных этносов, проживающих в Казахстане. Ставить их будут как казахстанские деятели искусства, так и приглашенные из-за рубежа мастера. Это будет яркое шоу, демонстрирующее единство народа страны, отмечают организаторы. Наш коллектив танцует под живой оркестр народных инструментов, ансамбль народных инструментов и В каждой постановке у нас идет синтез и музыки, и национального костюма, колорита, и хореографии. Я исполняю сольный номер, более такой философский. Он показывает, мне кажется, вот как глубину души такой воинственной, мужественной девушки, которая показывает этот танец. Для меня это большой шанс, мне очень нравится этот танец. Я прям стараюсь его прочувствовать, передать зрителю свои эмоции, свои чувства. Зрителям праздничного концерта будут представлены композиции на казахском, русском, корейском, польском, уйгурском, немецком и других языках. Для молодых артистов ансамбля концерт станет первым шагом на большом творческом пути. Ботагоз Базарбаева, Рустамбек Успанов, Астана, 24KZ. Фонд отечественного кино пополнился комедийной картиной «Брат» или «Брак 3». Закрытый показ завершающей части трилогии Куралай Анарбековой состоялся в Алматинском кинотеатре «Кинопарк 11 IMAX Есентай». Гафу Али уже увидел фильм и расскажет, о чем он. Новая кинолента повествует о жизни уже знакомой зрителю семейной пары Айдара и Гаухар. Они ждут очередного ребенка, и врач сообщает молодым родителям, что Гаухар беременна двойней. Казалось бы, радостная новость. Однако в роду Айдар и Гаухар никогда не было близнецов. Сомнения Айдара в отцовстве ставят под угрозу их отношения. В поисках ответа на вопрос мужчина узнает новые подробности своего происхождения. Айдар, сына посрал. Всегда бывает, что вторые и третьи части бывают похожи на первые. И поэтому я не особо горю желанием продолжения чего-то. Но сценарий был написан по-другому. Для меня появилась возможность показаться, проявить себя в актерском мастерстве с других сторон. Поэтому мне в первую очередь понравился сценарий, поэтому я и согласился. Помимо Даурена в фильме снялись Бауыржан Каптагай, Абунасыр Сериков и Олжас Абай. Режиссером картины стал Анвар Матжанов. Исполнительница главной роли и продюсер картины Куралай Анарбекова отметила, что это завершение всей истории. История очень смешная, потому что Даурен Сергазин играет несколько героев. Потому что если он здесь такой смелый, а тут он семейный, такой спокойный. Уже есть наши первые зрители, которые оценили, и поэтому... Надеюсь, и
и нашим зрителям очень понравится. Уже с 1 марта во всех кинотеатрах, дорогие друзья, дорогие наши зрители, мы всех вас ждем. Полуторачасовую комедию покажут во всех кинотеатрах сети кинотеатра «Кинопарк» и «Киноплекс». Гафу Али, Султан Бисекенов, 24KZ, Алматы. Лесники заметили в Чалдайском сосновом бору редких гостей – клёст еловиков. Этих птиц еще называют сибирскими попугаями. Из-за яркого оперения у самцов они отличаются особым клювом и цепкими лапками. Питаются пернатые в основном сосновыми шишками и лесными ягодами. Местные жители говорят, что таежные птицы появились в лесу недавно и, скорее всего, прилетели сюда в поисках пищи из соседнего Алтайского края. Это подтверждают и местные биологи. В городе, к тому же, заметили и довольно редкого для Прииртышья представителя отряда воробьиных свиристель. Возможно, это связано с какими-то климатическими изменениями, возможно, какие-то другие факторы, но, по крайней мере, это есть. Но относительно климатических изменений я говорю не голословно. Значит, у меня есть конкретные наблюдения, правда, по беспозвоночным животным. У нас появились виды, которые ранее регистрировались в более южных широтах. Я думаю, что в ближайшее время, в этом году мы, наверное, опубликуем по этому поводу статью официальную, доказанную при помощи современных методов молекулярной генетики. Это значит, что у нас теплее становится на севере. На этом все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.